Как кастрируют наши желания? Скажите, в вашей жизни звучали такие фразы? Хочешь – перехочешь, хотеть не вредно, много хочешь – мало получишь, не по синьке шапка, губозакаточный аппарат вам не купить, без труда не вытащить рыбку из пруда, все достается тяжким трудом и так далее. А все вот эти фразы – это обрубание наших импульсов мечтать, желать и получать. Это закладывание стратегии достижения цели, точнее, недостижения. Зачем хотеть, если это не для меня? Вот и получается, что в голове сидит запрет на самые смелые мечты, а в теле есть сопротивление к их достижению. Нет энергии в руках, которая должна хватать, держать и наслаждаться полученным. Что можно с этим делать? Можно проработать через арт-терапию с мозгом, разрешить себе хотеть, желать, иметь, получать. Выпустить из тела запрет самыми разными инструментами. И самое главное, разбудить энергию желания, то есть вообще захотеть, желать, захотеть, хотеть. Как? Приходите, расскажу ночью. С вами Анна Букина-Кравец, играющий психолог, арт-терапевт, расстановщик. Буду вам рада.